Новые валидаторы на поручнях у дверей и видеокамеры, которые считают каждого пассажира. Такие терминалы для безналичной оплаты проезда пока работают на 4 маршрутах – 7С, 16С, 54 и 55С. Главная особенность – система работает без выдачи билетов. Во Владимир пассажиртрансе отмечают, новые валидаторы надежнее тех, что установлены в троллейбусах. Бумажные билеты, они немножечко ненадежные, скажем так, из-за большого количества механических там частей. Они чаще всего выходят из строя. То есть это замятие бумаги, там стачивание шестереночек, которые выдают бумага. Человеческий фактор, водитель не так заправил чуть-чуть буквально ленту, и все, там происходит замятие, и он не выдает, пишет ошибку. Здесь никакой механики нет, только одна электроника. Чтобы оплатить проезд, достаточно один раз прикоснуться транспортной или банковской картой к валидатору. На экране высветится стоимость проезда, а об успешной оплате сообщит звуковой сигнал. Информация о том, что на карте недостаточно средств или она в стоп-листе, тоже появится на экране. Все данные автоматически передаются в кабину водителя. Либо к экрану, дождаться звукового сигнала и увидеть стрелочку и надпись 33 рубля. То есть это сигнал о том, что проезд оплачен. Если сигнала нет? Если сигнала нет, то посмотреть, что написано на экране. Вот, мы сейчас приложим гирком. Звук немножечко другой. То есть неверная карта. Чтобы информацию на табло было хорошо видно, пассажирам советуют прикладывать карту к боковой части валидатора. Многие владимирцы интересуются, как быть, если в автобус заходят контролеры. Во Владимир пассажиртрансе объясняют, для подтверждения оплаты тоже есть специальное оборудование. Оно покажет время покупки билета. Существуют так называемые контрольные валидаторы, которые осуществляют проверку, оплатили ли вы проезд или нет. То есть контролер входит в салон, и вы той банковской картой, которая оплачивали проезд, прикладываете к контрольному валидатору, и там будет все видно, то есть проезд оплачен, либо нет. Система безналичной оплаты оборудовали новые автобусы, которые вышли на городские линии в июле. В ближайшее время такие терминалы заменят старые валидаторы. При этом у пассажиров остается возможность оплатить проезд наличными или через обычный терминал. Водитель может принять платеж и выдать бумажный билет во время остановки. Оксана Любимова и Татьяна Семенова.